Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о кресле, о новинке. В 2018 году это кресло вышло. Ну, новинка относительно, конечно. Но Максикози не так часто обновляет кресло, поэтому это можно еще назвать новинкой достаточно. Вот. И это кресло Tobii Fix называется. Приставка Fix говорит нам о том, что здесь появилась новая платформа с базой ZFix. Но есть еще моделька Tobii без ZFix, их не нужно путать, потому что в целом это, скажем так, разные кресла, потому что сам каркас тоже поменялся. И их вот лоб в лоб сравнивать я бы не стал. Немножечко по-разному они сделаны. И то хорошо кресло, и это хорошо кресло. То кресло без ZFix, если вам нужно с ZFix, с жестким креплением кузова автомобиля, то смотрим на модельку Tobii Fix. Что оно из себя представляет? Это кресло категории 1, это с 9 месяцев до 105 приблизительно сантиметров роста ребенка мы можем возить в этом кресле. Килограммы сейчас особо не важны, важен возраст. Именно вот 9 месяцев раньше нельзя ездить лицом вперед. Это категорически запрещено, это очень опасно. И физически ребенок влезает в эти ремни, вот под рост кресла, это вот 100-105 сантиметров. Поэтому имейте в виду диапазон. Что из себя кресло представляет по безопасности? У нее, в принципе, неплохие оценки по безопасности. Вот, ссылку на мир автокресел я добавлю в описании. Там в характеристиках тоже можете ознакомиться, и краш-тесты там тоже есть. Поэтому, если вам интересно, можете пройти и все это изучить. Ну а мы с вами разберем, что это за кресло такое, что оно из себя представляет в целом. Начну про ткани. Ткань у Максикози во всех моделях очень неплохая. Скажем так, я бы ее назвал даже такой премиальной тканью, потому что ткани везде тактильно очень приятные. Строчечка, все ровно, нитки не торчат. Вот у такого колхоза даже близко нет. Придраться тканям очень сложно. Подголовник здесь вообще, я считаю, эталонным, потому что он очень мягкий. Тактильно ткань здесь не та, что на кресле. Она как такая бархатистая, и трогать ее просто вот, ну, реально приятно. Здесь же лицо ребенка, поэтому ткань здесь просто волшебная, я считаю. По пространству внутри тоже достаточно много места. Сиденье очень длинное, реально сидушка длиннющая, поэтому с пространством, вместительностью здесь вообще никаких проблем нет. И даже если какая-то курточка на ребенке будет, я не говорю пуховик, в них нельзя возить детей, а более-менее легкая курточка, здесь ребенок будет нормально помещаться. Ну, в холодное время года я имею в виду. Ребенок у нас пристегивается пятиточными ремнями. Кстати, на ремнях на обратной стороне есть специальный материал, который при ДТП не дает скользить ребенку, тем самым не травмируясь от самого ремня. Вот этого я имею в виду. Этот материал используется в более дорогих креслах. В дешевых обычно этого не бывает. Это как бы такой показатель. Так, а что касается та же материала, насчет ухода сразу скажу. Ткань эту можно снять, постирать, но стирать нужно до 30 градусов, щадящая стирочка желательно какая-нибудь быстренькая, и потом спокойно возвращаем, одеваем материал. Если вы это не сделаете, поднимите там температуру, он сядет, и вы обратно уже не оденете, и решить этот вопрос будет крайне тяжело. Вот. Дальше, про комфорт. Здесь очень-очень приличный угол наклона. Здесь три положения. Ну, среднее никто не ловит, зачем оно нужно. У нас ребенок или сидит, бодрствует, играет, или уснул, мы его наклоняем. И вот смотрите, вот угол наклона. Это такой вот угол наклона вы мало где встретите, особенно с креслами с ZFix. Это один из самых больших углов наклона, что я видел. Есть еще несколько кресел, но их крайне мало, потому что здесь очень приличный наклон. Прям вот действительно большой наклон. И в дальней дороге, естественно, это очень положительно скажется на комфорте ребенка. Поэтому вот такой жирнющий плюс этой модели в плане комфорта ткани я ставлю смело. Кстати, сам каркас тоже добавили здесь вентиляционные отверстия, чтобы воздух здесь вентилировался, скажем так, и спинка ребенка меньше прела. Тут опять же в угоду комфорта. Само кресло, как я уже сказал, это с приставкой Fix Tobii, и пристегивается оно исключительно на ZFix. Спереди в автомобиле вы маловероятно поставите, потому что обычно там не бывает ZFix. Вот эта платформа, она встроенная. Все, вытаскиваем ZFix, защелкиваем.
смотрим внимательно. Когда защелкнем, мы обязательно увидим зеленую индикацию на вот этих вот креплениях. И тем самым мы поймем, что кресло хорошо встало. Также нам нужно упор в пол упереть до конца в пол, тоже будет зеленая индикация. Тем самым мы добьемся, когда все это будет у нас четко стоять, жесткого крепления к кузову. Потом это кресло вот так берем, задвигаем. Все, можно ехать. В принципе, по креплению здесь все элементарно и вообще без вопросов. По большому счету, о кресле все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Мне нравится это кресло, я люблю Maxicosi, у них практически всегда все модели очень хорошие. Конечно, оно не идеальное, но в большинстве своем здесь больше плюсов, чем минусов. И я смело могу рекомендовать это кресло для выбора. Если вы выбираете, обязательно включите в список в первую категорию с изофиксом эту модель, не пройдите мимо. Можете приехать в мир автокресел, кстати, с ребенком, померить, посмотреть, как сидит, и убедиться во всех словах, которые я вам сейчас в обзоре сказал. Вот, собственно, добавить мне больше нечего. Хочу лишь пожелать вам хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И всего доброго вам!